уникальное ощущение. Вы знаете такое ощущение, что я приехал в Одессу, но попал в Карпатский лес. Ребята. Ребята, девчонки. Ну, классно вообще. Вам все это так идет, вот это. Кого вы будете за это все благодарить? Мы хотим поблагодарить департамент города Днепропетровска по делам молодежи и семьи в лице Евгения Викторовича Хорошилова. Также хотим поблагодарить наших друзей «Квест-комнату в игре» и поздравить их с открытием новой локации. А также нашего мэра Бориса Филатова. Он еще не знает, за что мы его благодарим, но надеемся, появится за что. Нужно будет его благодарить. Да главное, что у вас есть чем благодарить. Удачи! Да. Давай! Здравствуйте! Вас приветствует модельное агентство 180 и выше. Не команда КВН, не стендап, не просто веселая компания, а модельное агентство. Многие спросят, что модели делают на фестивале юмора? Ну не скажите, фестиваль меда мы в клочья разорвали. Да нам вообще не принципиально, на какой кастинг ходить. Мы после слова «кастинг» дальше не читаем. Добрый вечер, друзья! Вас приветствует модельное агентство 180 и выше. А это не команда КВН. Артур, я это уже сказала. А ничего страшного, что это мои слова? Ой, прости, забыла. А грудь ты дома не забыла? Вообще-то говорят «голову». Да? Ну не бери в грудь. Друзья, как вы поняли, нам не принципиально, на какой кастинг ходить. Нам лишь бы в телек попасть, зазвездиться. Артур, ты собрался в телек в этом пиджаке? Ты в нем на сутенера похож. Я в нем похож на сутенера, когда вы рядом стоите. Прошу прощения, может быть, кто-то подумал, зачем он обижает этих шикарных цыпочек. Но на самом деле, это еще те курицы. Это кто здесь курицы? Да, кто? 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 Ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток-ток. Тише. Лера! Ты что? Неадекватная? Я адекватная. Неадекватная. Адекватная. Неадекватная. Адекватная. Неадекватная. Адекватная. Неадекватная. Лера, что ты делаешь? Ты не понимаешь, у нас есть проблемы посерьезнее. С нами вообще-то выступает Путин. Я не Путин. Путин. Не Путин. Путин. Не Путин. Алина, ты похожа на Путина. Я похожа на папу. Алина. Владимировна. Алина, это ненормально. Не кричи на меня. Я на дзюдзё ходила. Модельное агентство 180 и выше. Каламбуры на каблуках. Друзья, для начала представьте, модель заболела, и чтобы выкрутиться из ситуации, на показ отправила свою сестру. Официант, который никогда не записывает. Здравствуйте, что будете заказывать? Записывайте. Я так запомню. Окей. Тайная гири. Хатата суси. Эбимаки. Сики фурай, тактаки, ролнинцы, сасами, хираки. Такио дракон, будто сукияки. Яки сабана тори. И кофе, пожалуйста. Запомнили? Конечно. Туда. Представьте, девушки из новой полиции впервые патрулируют Дерибасовскую. Да ты что, я не пойду, да ты что гонишь?
Как я выгляжу? Как мусор. Старший сержант Кошарная, честь имею. Алина, какая честь, тебе тридцатка. Ваши документики. Что дальше? Так думай. Я знаю. Скажи, что он это превысил скорость. Боже мой, гениально. Вы, молодой человек, превысили скорость. Просто стоя на месте. Все классно. Ах так? А что это у вас там в заднем карманчике такое? Наркота! Наркоман, Алина, наркоман! Так, девочки, я все понял, давайте решать вопросик. Может быть, взятка? Да. Нет. Нет. Вот столько хватит? Да. Нет. Нет. Так, короче, поехали в отделение, так ничего не решим. Че, ну поехали. Друзья, что хотелось бы сказать в конце. Вот знаете, неважно, откуда приехала ваша команда, с запада или с востока, неважно, встал один из звездных членов жюри или нет, неважно, кто был самый красивый на этой сцене. Кто? Я повторюсь. Неважно, кто был самый красивый на этой сцене. Кто? Неважно. И не важно, что все думают, что модели тупые. Это неправда. Мы так не думаем. Уже понятно, что участники сезона днепропетровчане, модельное агентство 180 и выше.